Приветствую вас и отвечая на ваши вопросы, можно сказать так. Если мальчик проявлял вам знаки внимания, невербальный, но не решался подойти, значит, вам не хватило храбрости и смелости завести с вами разговор, завести с вами диалог, вступить в контакт и так далее. Сделали бы вы это сами, вряд ли это держало бы его от встречи с другой девушкой. Потому что при наличии сильных симпатий, при наличии серьезных чувств, он бы просто не смог быть ни с кем, кроме вас. А раз смог, значит для него это было не так серьезно, как для вас. Да, вы все сделали правильно. Вы ждали, пока мужчина сделает первый шаг. На тот момент, тогда это было действительно верно. Сейчас, когда вы стали постарше, вы, наверное, понимаете, что есть такие мужчины, которые не всегда делают первый шаг, которые не всегда готовы сделать первый шаг. И в этом случае первый шаг нужно делать все-таки, нужно делать женщину. Именно первый шаг один. А потом уже мужчина берет инициативу в свои руки. На тот момент по-другому поступить вы попросту не могли. И потому переживаете вы зря. Ибо если мальчик хотел бы быть с вами, если бы он хотел, чтобы вы с ним встречались, хотел сам встречаться с вами, и хотел бы этого сильно, он бы сделал все, чтобы так и было. Но видимо, так сильно ему хотел. Видите ли, мальчики в описываемом вами возрасте гораздо менее личностно развиты, чем девочки. Как известно, девочки взрослеют быстрее и развиваются быстрее, а мальчики нет. И потому вполне возможно, что он был еще в большей степени ребенком, чем вы. Что и опосредовало такое его поведение. То есть не получилось с одной, ну и ладно, получится с другой. И это означает, что серьезных чувств у него к вам не было. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.